хочу, чтобы вы, понимаете, вы должны анализировать друг друга, вы должны смотреть друг на друга, смотри на артикуляцию, смотри на жесты. И сейчас, да, осторожненько, так, все. Все, ну давайте. Сделала свое дело, молодец. Александр Ильич, все-таки эти ноты у нас были точные. Слава! Виват, десятка! Виват! Но это было хорошо. То, что в характере, то, что все, это было все замечательно. Последний ход, все равно эта нота не та. Мы ничего сейчас не будем работать, ничего, ну просто. И вот это то, что мы работали там, ты все-таки берешь там дыхание, почему-то ты не поешь эту фразу на одном на дыхании. Я думала... Нет, ты все время снимала. Фокусы и сонарит. Вот так делала. Да. Ну, как бы все, сняли, все. Как завтра споете, так споете. Все, следующий. Я уже Барбару забыла. Понравилось. Вероника, ты работала. Кульминация была, последней ноты не было. Одной из. Вероника в этом году прям зазвучала. Да. Свой звук появился. Да, заиграла красками. Да. 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 Научилась работать. Начала. Наконец-то. Нет, ну молодец, все. Все, поем Барбу. Забыла я. Ну ничего не знаю. Вспомнишь? Нет, я вчера смотрю. Куда ты денешься? Тоже включила испуганную девочку. It's so hard to be good.
Что нам, как тебе помочь с кодой? А давай-ка мы затянем чуть-чуть нотку. Во-первых, переживала сейчас за твое дыхание. Ты хорошо спела. Так вообще, да, я думала, что сейчас будет, да? Я и руками. Да, нет, ну ты, конечно, вышла. Нет, там, понимаете, там включается второе дыхание. В таких ситуациях всегда включается вот этот ваш запасной резерв. Что по диапазону у вас резерв открываются, все шлюзы, потому что деваться некуда, вы на публике. Вы на публике, вы должны выдать это все. Так и здесь, я думала, все, сейчас все. Нет, ты все-таки подключила все шланги и ты допела. Значит, хэп только не получилось там. И да, что-то почему-то не получилось, но остальное все было хорошо. Александр, что у вас как там? Сухо, все нормально. Да, вначале только завяло на ней. Только на второй фразе не то спела. А так было все чисто. Вторая почему-то. Вторая. Нет, нет, вот это как раз нотка нижняя была. А вот начало второй фразы. Начало второй фразы ты куда-то провалила, не туда. Коду. Может быть, нам ее затянуть чуть-чуть, Александр Валерьевич. Нет. Больше. Может, раскатить ее, потому что знаешь почему? Сейчас объясню почему. Там нота выше. Ее легче держать диафрагмой. Нижняя нота, она у тебя качается все время из позиции, выпадает. Ты ее стараешься удержать, ее, поэтому перенеси больше нагрузки на верхнюю ноту. Да, пошли на хэп. И то ли затяни эту ноту как можно больше. Пошли. Хэп, 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 хэп. Еще раз. Вот и все. Поняла? Все, поняла. Вот так. Вот так. Это будет лучше. Это будет лучше. Так, все, спасибо. Это Диана. Вперед. Ничего больше не говорю, ничего не будем. Все. Молодцы.